Сразу 5 человек, подозреваемых в производстве наркотиков, задержали нижегородские полицейские. Им удалось ликвидировать нарколабораторию на дому. Вероятными драгдилерами оказались сразу 5 жителей ближнего зарубежья. Началось все с рядового задержания подозрительного человека на улице. При себе у мужчины обнаружили более 1,5 граммов запрещенного вещества. После этого выйти на след подельников не составило труда. Всего в группе состояло 5 человек. В настоящее время 4 из подозреваемых задержаны, 1 находится под подпиской о невыезде. В ходе обысков в процессе расследования уголовного дела у подозреваемых изъято более 700 граммов наркотических средств, приготовленных ими для дальнейшего распространения через закладки и тайники. Во время обыска в квартире стражи порядка нашли 67 свертков, готовых к распространению. В настоящий момент участники криминальной пятерки находятся под следствием. Им грозят серьезные тюремные сроки.